Библейский портал exeget.ru представляет. Семнадцатая глава книги «Премудрости Соломона», она продолжает то, что было написано в 16-й. Граница здесь опять очень условно, а я читаю ее в синодальном переводе для библейского портала «Экзегет». В 16-й говорилось о том, как израильтяне и египтяне по-разному были просто вот научены величию Божьему, египтяне через всевозможные наказания, израильтяне, наоборот, через неожиданную помощь, которую оказывало им вот буквально все творение, тварь, как в синодальном переводе, но это не ругательство, это синоним слова «сотворенный мир». «Велики и непостижимы суды твои, божественные, посему ненаученные души впали в заблуждение», имеется в виду египтяне. «Ибо беззаконные, которые задумали угнетать святой народ», опять-таки египтяне, история Исхода, «узники тьмы и пленники долгой ночи, затворившись в домах, скрывались от вечного промысла. Думая укрыться в тайных грехах, они под темным покровом забвения рассеялись, сильно устрашаемые и смущаемые призраками, ибо и самое потаенное место, заключавшее их, не спасало их от страха, но страшные звуки вокруг них приводили их в смущение, являлись свирепые чудовища со страшными лицами». Здесь довольно много таких вот толкований на библейский текст книги «Исход», которых мы в самой книге не найдем. Ну вот здесь, в частности, что египтяне спрятались в своих домах, что вот они как-то пытались во время египетской тьмы укрыться. Да, это одна из египетских казней, тьма, которая настала по всей земле. Ну, а самая известная египетская казнь – это, конечно, смерть первенцев в Египте. «И никакая сила огня не могла озарить, ни яркий блеск звезд не в состоянии было осветить этой мрачной ночи. Являлись им только сами собой горящие костры, полные ужаса, и они, страшась невидимого призрака, представляли себе, видимо, еще худшим. Пали обольщение волшебного искусства», ну, то есть вот египтяне в каком-то полном ужасе, и костры, которые они видят, и сверхъестественные, а все их волшебство уже бессильно, ведь там же в начале египетской казни египетские волхвы, чародеи, они тоже участвуют и демонстрируют, что некоторые чудеса и они могут сотворить. «Пали обольщение волшебного искусства, их восставство мудростью, то есть египетской, подверглось посмеянию. Ибо обещавшиеся отогнать от страдавшей души ужасы и страхи сами страдали позорную боязливостью», вот эти волхвы и колдуны. «И хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами пресмыкающихся», вот они там ходят в полной тьме, натыкаются то на змей, то на каких-нибудь шакалов, «они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать, ибо осуждаемые собственным свидетельством нечестия боязливо, и преследуемые совестью всегда придумывает ужасы». А здесь вот эта внешняя тьма, которая описана в книге «Исход», она понимается как тьма неведения истинного Бога, и, соответственно, она внушает ужас даже там, где места для ужаса нет, убоялись там, где нет страха, по слову псалмопевца. «Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка», значит, когда мозги отключаются, грубо говоря. «Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения». Человек боится тогда, когда не понимает. Когда мы понимаем, мы знаем, как с опасностью справиться можно, да, хотя бы попытаемся. «И они в эту истину невыносимую, из глубины нестерпимого ада исшедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожимы страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил о них внезапный и неожиданный страх». Вот страх как наказание само по себе. «Итак, где кто тогда был застигнут, делался пленником, и заключаем был в эту темницу без оков, в эту темницу тьмы и страха. Был ли то земледелец или пастух, или занимающийся работами в пустыне», там же много чего в пустыне, пирамиды, в конце концов, и какие-то еще сооружения. «Всякий был застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе, ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы. Свищущий ли ветер, или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстротекущей воды, или сильный треск низвергающихся камней, или незримое бегание скачущих животных, или голос ревущих свирепейших зверей, или дающиеся из горных углублений эхо». Смотрите, какая красота. Вот тоже, как описывает наш автор то, что мы читаем в книге «Бытия». Там просто тьма была по всей земле египетской. А как это было? А каково было египтянам? Вот они полностью ослепли, а мир вокруг них продолжает жить. И они слышат все это, да? «Все это, ужасая их, повергало в расслабление. Ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами, а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, умевший некогда объять их, но сами для себя они были тягостнее тьмы». То есть, как он это понимает, тьма по всей земле египетской, только египтяне видят тьму. Даже животные, которые вокруг них ходят, ее не видят. Потому что только египтяне сами себя ввергли в тьму идолопоклонства. Эта тьма идолопоклонства и есть на самом деле то, что их мучает. А вот эта тьма внешняя, неспособность видеть, она, собственно говоря, внешнее ее проявление, не более того. 18 глава продолжит эту историю.